В Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на свадьбе. Случай произошел в Шалкарском районе. По предварительной информации, разгоряченный гость устроил пальбу в самый разгар торжества. Опасное веселье сняли на камеру и разместили в соцсетях. Однако видеоматериалом заинтересовались полицейские. Они восстановили хронологию того дня и установили личности стрелявших. У 22-летнего жителя села Шалкар конфисковали охотничье ружье 16-го калибра, рассказали в ДВД области. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование по данному факту продолжается. Молодые люди на берегу озера из охотничьего ружья произвели несколько выстрелов вверх. По данному факту Шалкарским районным отделом внутренних дел начато досудебное расследование по статье 287 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия».